Короче, решил сегодня себе под завязочку еще велик посмотреть в Walmart'е. Вот такой двухподвес стоит $99. Такой, думаю, может взять себе или нет. Next. В Москве подобный брал. Вот. Ну, конечно, другой, чем то, что я в Ашане брал. Вот. Нормальный велосипед. Но потом посмотрел тут, пошарил по ценам. Ну, это уже продан. Посмотрите на красавчика. 149. Вот прям вообще реальный аппарат. С дисковыми тормозами. Двухподвес. В общем, серьезная машинка такая. Ну, главное ценник, зацените. $149. Ну, а потом можете посмотреть, сколько вот такой бы в Москве стоил. Алюминиевый. Ну вот, так что оставайтесь со мной на линии. И вас ждет много интересного.